Полное описание и точки до выхода 3-4 серии 2 сезона сериала «Дельфин». 3-4 серии сериала выйдут в эфир 28 мая. В новых сериях мы увидим, как убита известная исполнительна русских романов. Генерал Крымов берет дело под личный контроль. По подозрению в убийстве певицы задерживают нескольких подозреваемых и выходят на владельца ресторана Любимцева. Кораблев с Глебовым, продвигаясь в расследовании покушения, выходят на некого Кудрявцева, который сознается, что ему поручили достать взрывчатку и сдает приметы человека, которым Кораблев знает одного старого знакомого. Степановна обретает нового друга по имени Захар. Тело Любимцева обнаруживают в камере следственного изолятора. Кораблев уверен, что Любимцева подставили. Лазарев продолжает налаживать связи и становится вхож к самому губернатору. Местные бизнесмены взволнованы его появлением. Кто-то готов его поддерживать, а кто-то активно выступает против, как владелец ТЦ Гладышев. Он встречается с бизнесменом Харунжем, чтобы вместе противостоять пришлому дельцу. 3-4 серии сериала выйдут в эфир 28 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.